Это мой местный монастырь в Виблингене, где я живу. Кое-что надо переснять, например, вот эту библиотеку. Качество было ужасное. Но новой техникой это будет выглядеть несколько иначе. Вот так выглядело это снаружи, когда-то давно, сейчас несколько смотрится по-иному. И сегодня я пришел сюда послушать органы, главный и вспомогательный. Надеюсь, вам звук понравится, мне понравится однозначно. А вот и орган. Ну что ж, посмотрим, что для нас играет. Это орган. Это миниатюрная модель. Чтобы изготовить, ушло целых 2 года. И в июне 2022 года модель была готова и установлена в помещении масштаб 1:10. А здесь наверху мы видим оригинал 1:1. Ну вот здесь рассказана история установки этого органа. Сразу видим. Вес 12 тонн. Строить начали 20 октября 2020 года и закончили 23 мая 2021 года. То есть примерно 7 месяцев. Вот так это все выглядело. Снесли старый, разобрались, подготовили все. Установили площадку, носили, возили современной техникой. Вот. В средние века как это делали? Вот так вот все устанавливали. Вот так выглядит.